В преддверии 78-й годовщины Победы учащиеся Тверской школы номер 25 вышли на улицы города и станцевали вальс. Школьники впервые присоединились к всероссийской акции, приуроченной к одному из главных праздников страны. Не помешал закружиться в танце ни снег, ни холодный ветер. За танцем наблюдала и наша съемочная группа. Торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине Победы в средней школе номер 35, началась с поднятия флагов и гимна. Затем ребята почтили память минутой молчания героев, погибших в ожесточенных боях, прочитали стихи, посвященные войне. И завершающий аккорд мероприятия – танец с цветами и белыми платочками. К идее присоединиться к всероссийской акции «Вальс Победы» и учителя, ученики, даже самые маленькие, отнеслись с энтузиазмом. Малыши настолько проникаются моментом, что появляются на детских глазах слезы. Мы очень гордимся, что принимаем участие в этом празднике и в самом вальсе. Один ребенок мне даже сказал, воодушевляет нас. Этот праздник. Воспитание в таких моментах, это, конечно, это очень важно. И слезы это показывают, слезы наших детей. Как рассказала учитель истории Анна Плахина, которая также стала участницей акции, от каждого класса отобрали по паре самых танцующих и музыкальных ребят и начали репетировать. Готовились почти месяц. В данной акции принимают участие порядка 60 учеников и также некоторые неравнодушные учителя. Решили мы, знаете, немножечко, чтобы дети прикоснулись к той эпохе, может быть, как-то прожили какой-то маленькие 2-3 минутки той жизни, которая была в 1945-м. Большая ответственность вальсировать вместе с учителем выпала 11-класснику Ярославу Чеху. Я считаю это правильным участие в таких мероприятиях, потому что это такая некая связь между поколениями и, наверное, некое погружение в те годы, то есть в этот исторический процесс. Как и для других участников «Вальса Победы», для молодого человека это большая честь. Вальсировали школьники прямо на Комсомольском проспекте, приковывая к себе восхищенные взгляды прохожих. Ни холод, ни ветер, ни дождь не стали преградой. Мы помним всегда, что было в тот день, что это победа для всей нашей страны. И я безумно благодарна всем, кто участвовал в той войне. И мы, конечно, всех помним. Активное участие молодежи в городских и региональных патриотических мероприятиях отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя. По мнению главы региона, это важная составляющая в духовном и личностном становлении молодых людей. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забыли, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать. Также глава региона подчеркнул, что важно вовлечь детей и молодежь в развитие гражданского общества нашей страны. Губернатор уверен, что воспитание патриотизма – одна из приоритетных задач государства.